Да, ребят, всем привет. 29 мая 2020. Вот это наш фронтальная часть, фронт-ярд, мы говорим. И хочу показать наш прогресс с еще одним нашим растением пассифлоры дулис или маракуйя. Это растение было посажено в прошлом году. Тут, в принципе, два сорта. Это Red Rover у нас, и это у нас Фредерик. И вот смотрите, как хорошо идет Фредерик. Хорошо разрастается, и открылись первые цветы. Распустились. Посмотрите, какая космическая красота аватаровская, да? Фантастическая. Вот так выглядит цветок у маракуйи. Это сорт, он... Плоды фиолетового цвета, ну, считается, что самый вкусный сорт. И он, кстати, у меня три сорта. Пассифлора Эдулис, это Фредерик, Red Rover, и еще у меня есть Нэнси, забыл, как Гаррисон, Нэнси Гаррисон, три сорта. Но из трех этих трех сортов вот этот Фредерик, он самый мощный, наиболее сильно ветвится. Ну вот, хотя смотрите, вот разница, посаженные одновременно, в принципе, не сильно далеко от них. Но тот я на 2/3 обрезал, потому что он такой слабенький был, и он только-только начал ветвиться. А этот, видите, в принципе, я не трогал, кое-что обламывал, но вот таким образом вьется хорошо, видите. Я думаю, что запущу его сюда вот на дом еще. Пусть вьется, пусть приносит плоды, и красота будет. В теории должны завить полностью вот это место они. Так что вот как-то так, ребят. Все, благодарю за просмотр. Бай-бай.